Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис. И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь мои друзья знают, в передриме Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, прочи песню, очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою Суприм Банду, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. Окей, банда, я думаю, вы помните, как в прошлый раз я пытался заполучить волос Гринча, чтобы привязать к нему эту куклу Вуду. Это еще не полностью готовая кукла Вуду, только на этапе разработки. Но без волоса Гринча она просто не работает. Именно поэтому в прошлый раз я позвонил Деду Морозу и попросил его о помощи. И он согласился мне помочь в уничтожении Гринча. Но, к сожалению, банда, в прошлый раз ничего не получилось, потому что в самый ответственный момент я отвлек Деда Мороза, и он проиграл Гринчу. Сегодня же, банда, я хочу продолжить то, что уже начал. Я хочу опять позвонить Деду Морозу и Гринчу, и чтобы мы с Дедом Морозом снова одолели Гринча и получили его волос. И тогда, банда, я уже точно привяжу эту куклу Вуду к нему. Но тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я уже наконец-то доделаю эту куклу Вуду. И, возможно, даже привяжу Гринчу. Все в ваших руках, банда, так что скорее ставь лайк. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ведь в своем инстаграме, банда, я общаюсь со всеми вами. Подпишись на меня, напиши мне в директ и все, жди. И уже совсем скоро я отвечу именно тебе. Так что будет скорее, все ссылки в описании, ставь лайк. А мы тем временем звоним Гринчу и Деду Морозу. Погнали! Банда, я уже звоню им обоим. Господи, как же я переживаю. Кстати, банда, в прошлый раз Дед Мороз просто ушел. Он сказал Насте, что все бессмысленно, и ушел. Неужели он мне разочаровался? Неужели думает, что я не смогу уничтожить Гринча? Он, скорее всего, ошибается, банда, потому что я сделаю все, чтобы уничтожить. Окей, пока что еще никто не взял трубку. Неужели это конец? Неужели они больше не захотят мне... Дед Мороз приветствует вас. Алло? Алло? Гринч не берет. Есть? Я вешаю трубку. Пожалуйста, Гринч. Алло? Опять ты? О, Гринч, снова ты мне позвонил. Не говори бред, ты снова меня набрал сам. Нет, Гринч, ты мне позвонил. А, снова этот? Ты снова мне позвонил одновременно? Отвечай, ну же. Да, это я. Дед Мороз, мы должны уничтожить Гринча. Он должен умереть. Из-за тебя я попал в беду в прошлый раз. Может быть, тебе стоит перестать это делать? Дед Мороз, отвечу огнем! Посмотрим, что тогда будет говорить, когда сдохнет! Нет, вы не можете так сделать! Дед Мороз, как же кукла Вуду на Гринча? Я уже ее делаю! Испугался? Мы на все способны. Ты только мешаешь нашей вражде. Тебе уже нужно остановиться, либо умереть. Дед Мороз, я просто хотел помочь. Мне очень тебе жаль. Ты проиграл в том бою, мне жаль тебя. Я хотел уничтожить Гринча вместе с тобой. Дед Мороз, предлагаю сделку. Я помогу тебе победить этого человека. Ты больше никогда мне не помешаешь в моих делах. Что ж, Гринч, впервые ты сказал что-то путнее. Я согласен, от этого человека только одни проблемы. Отлично, Дед Мороз, пришло время его убить. Теперь конец, человек. Что вы говорите вообще? Гринч, ты не можешь меня убить, Дед Мороз, мы должны его убить, а что происходит? Пожалуйста, Дед Мороз, мы должны его уничтожить. Прощайся, Геонис, ты был очень плохим ребенком в этом году. В смысле? Он просто отключился, банда. Гринч, тебе конец, ты умрешь. Сдохни. О, господи, банда, это просто жесть, они оба отключились. Что это вообще было? Теперь Дед Мороз также сама против меня. Получается, они теперь оба хотят меня уничтожить. И сейчас, банда, они уже оба придут ко мне домой, только не это. Окей, банда, у меня есть план. Если Дед Мороз не хочет мне помогать, то я сам заполучу волос Гринча. Скорее всего, что Гринч сегодня придет ко мне домой. И как только он подойдет к моей входной двери в подъезде, я сразу же его вырублю со своей биты и вырву с его головы волос. После чего привяжу к нему куклу Вуду и просто его уничтожу. Думаю, банда, что этот план должен сработать. Окей, тем не менее, нужно все теперь подготовить. Окей, банда, я уже готов, у меня есть бита. Я думаю, с помощью нее я точно вырублю Гринча. Окей, тем не менее, идем в засаду. Окей, банда, вроде бы никого нету. Я никого не вижу. Но я уверен, что они уже совсем скоро будут здесь. Этот Гринч 100% придет. Окей, нужно быть аккуратным. О,
Господи, пока что никого нету. Господи, я уверен, он придет, банда. Этот... Черт! Это Гринч! О, господи! Просто жесть! Дед Мороз пришел и вырубил Гринча, после чего они вошли в мою квартиру. Окей, банда, давайте, нужно их обоих найти. Эй, Дед Мороз? Гринч, вы здесь? Просто жесть, банда, куда они оба могли деться? Дед Мороз, Гринч, они же были где-то здесь. Я прям видела чудом, как они оба зашли. Потому что он бы реально меня убил. Он куда-то пошел на балкон. Такая жесть. Он очень сильный. Но почему он все еще не победил Гринча? О, господи, банда, они снова дерутся. Посмотрите на это. Гринч против Деда Мороза. Вы это видите? О, господи, Дед Мороз, похоже, проигрывает Гринча на сильнее. О, господи, Дед Мороз, давай проигрывай его. О, черт. О, господи, вот это у него пихнул. Просто жесть, Гринч, он же без сознания. О, черт, Гринч проиграл, банда. Он злится на меня. Он явно хочет меня убить, вы это видите? Это просто жесть, банда, они только что дрались здесь. Это просто жесть, блин, банда, мне в это не верится. Нет, Дед Мороз, пожалуйста, не трогай меня. Я хотел тебе помочь уничтожить Гринча. Гринч, сзади, Дед Мороз. О, черт. О, господи, просто жесть, какой же сильный удар был от Гринча. О, господи, нет, пожалуйста, Дед Мороз, ты выиграешь его. О, черт, банда, просто посмотрите. Гринча, походу, вырубили. Черт, Дед Мороз, давай, ты сможешь. Господи, просто... О, нет, банда. Гринч, похоже, выигрывает твои банда. Черт, просто жесть. Я прячусь под столом, чтобы они не заметили. Такая жесть, посмотрите на них. Черт, господи. Дед Мороз, давай, ты выиграешь его. Дед Мороз, надеюсь, победил. Посмотрите, банда, они уже где-то здесь дерутся. О, черт, просто жесть. Просто посмотрите на это, банда. О, черт. Господи, просто жесть. О, нет, Гринч. О, черт. Просто жесть, они выиграют. Дед Мороз, спасибо помощи. О, черт, банда. Гринч ищет нож. Тут уже мой выход, банда. Черт, просто жесть, банда, Гринч и Дед Мороз. Я обоих вырубил, вы это видите? Это просто жесть, банда, я вырубил Гринча. То, что они сегодня дрались с Дедом Морозом, было реально очень жестко. Даже жестче, чем в прошлый раз. Тем не менее, банда, они оба сейчас тут лежат. Окей, думаю, для начала их нужно связать, чтобы они уже не убежали отсюда. После чего вырвать их волос. Наверное, банда вырвал волос тоже Деда Мороза. Потому что кто знает, какие у него заскоки, он сегодня хотел меня убить. Господи, банда, просто жесть, они все еще лежат без сознания. Они, похоже, очень сильно друг друга вымотали. Тем не менее, банда, я их связал, чтобы они уже никуда от меня не убежали. Теперь же, банда, мы можем вырвать их волосы. Для начала, банда, давайте вырвем волос Гринча. Что? Это что, маска? Просто посмотрите, как она двигается. О, господи, окей, на всякий случай волос вырвем. После этого кукла Вуду точно будет привязана. Окей, теперь же, банда, на всякий случай вырву волос и Деда Мороза. Потому что то, что он сегодня делал, мне не понравилось. Просто жесть, какой клапан вырвал. Окей, банда, мне показалось, что у Гринча была маска. Давайте попробуем ее как-то снять. Господи, где он? Черт, он просто пропал. Что это за маска, банда? Господи, просто посмотрите на нее! Гринч куда-то испарился! Просто жесть, банда, что вообще происходит? Неужели в этой маске вся сила Гринча? То есть, если кто-то оденет эту маску, он превратится в Гринча? Окей, банда, давайте это проверим на Деду Морозе. Просто жесть, я не хочу этого делать, но мы должны об этом узнать. О, господи, окей. А черт, что это было? Гринч, о, господи! Черт, только нет, он как-то ожил! Просто жесть, банда! Получается, он надел маску! Это просто жесть, убить или это? Гринч появился от Деда Мороза! То есть,
маски реальная сила Гринча. Когда кто-то одевает эту маску, он сразу же превращается в Гринча. Окей, панда, тем не менее, у меня готова кукловоду на Гринча. Теперь мы сможем запросто его уничтожить. Супрем, панда, давай на это видео наберем 10 лайков. И тогда, панда, я уже совсем скоро выкладу это видео. Я думаю, панда, вы это ждете. Я сам уже жду, как ты используешь эту кукловоду на Гринча. Эй, бро, вот комменты с прошлого видео. Просто говорите, какие шикарные, идеальные комментарии. А брось, друг, ты хочешь попасть в следующее видео? Всего лишь просто позиция ниже. Нажал лайк, колокольчик, и все, брат, уже на видео. Лайк, какой-нибудь твое видео, бандит. Эй, бро, помни одно, оставайся тебе шикарным. Пока!